славится Кубань своими песнями, своими мастерами-виноделами, людьми творческими и одаренными. Анапское подворье негласно – центр притяжения гостей в станице Атамань. Многие приезжают сюда не впервые и обязательно заглядывают к анапчанам. Мы как узнали, что здесь праздник, все дела свои побросали. И вот с утра здесь, очень нравится. Полна хата людей, так и счастлива в ней. Ольга Яковлева, директор Дома культуры поселка Пятихатки, с удовольствием встречает многочисленных посетителей на пороге казачьей хаты и очень просит не трогать экспонаты руками. Просто я вспомнил, я лежал в такой печке. Все хотят заглянуть на нашу печку. Воспоминания нахлынули. Разве удержишься, когда сам все детство провел на таких палатях? Раньше было во всех деревнях, у бабушек, и даже у родителей было моих. Да, что и прадеда приезжали, и в снегу походишь, туда залезешь, тепло, хорошо. И да, спали там, и было очень классно. Не то, что сейчас. Везде батареи, газовые. Хлеб вытаскивали оттуда, горячий, борщ. О, объедение мы такого никогда не ели. Настроение создают наши творческие коллективы. Любава, Кана, Шумай, Зорница. Народный хоровой коллектив Дома культуры села Юровка, аккордеонист Игорь Виеру. Искренние улыбки, пронзительные голоса. Секрет успеха прост – в любви к родной земле. Я люблю то место, где я живу. Я живу в хуторе Чекон, я заведующая Домом культуры. Я люблю свою работу. Мне нравится ездить на Атамань. Мне нравится петь кубанские песни. Я очень люблю кубанский край. И я это передаю своим детям. Я занимаюсь любимым делом. Я счастлива. Губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и главу курорта Сергея Сергеева на Анапском подворье ждали с особыми чувствами. Дорогих гостей встречают и бокал знаменитого анапского вина подносят. Наш дорогой Кондратьев. Красиво у вас такие. Да? Спасибо, спасибо. С праздником, дорогой. А теперь проходьте, мы собрали отличный урожай. Она просто балакает, да? Она просто дорогу только балакает. Наши хлопцы собрали який урожай, и он давлять уже новое вино. Девчата топчут. Выставка достижений наших виноделов уже привычный на Анапском подворье элемент. Нам есть чем гордиться. Дипломы международных и всероссийских конкурсов завоевали винодельческие хозяйства Валерия Асланова, Ивана Каракизиди, Владимирская усадьба, виноградники Гайкадзора. Есть свой особый сорт. Наш вот бренд, такой можно говорить, Красностоп Азос, который завоевал на международных выставках золотые медали, которые сейчас наше хозяйство, хозяйство Тамани, Панагария, выращивает наш сорт Красностоп Азос и из него уже изготавливают перспективное красное вино. Гуляния в станице продолжались в течение всего дня. Мастер-классы, концерты на подворьях, угощения – все, чем славится Атамань.